Сотрудники ФСБ России по Ивановской области совместно с коллегами из прокуратуры пресекли деятельность нелегального игрового клуба в Шуе. На момент проверки в заведении находился администратор и 4 посетителя. Из казино оперативники изъяли 15 игровых автоматов, сейф с выручкой и спецоборудование. Посетители после объяснений отпустили. Любопытен тот факт, что в заведении оперативники наведываются уже не в первый раз. В настоящее время решается вопрос о привлечении организаторов данного нелегального бизнеса к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 14.1.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Стоит отметить, что в Шуйском горном заведении это второе уже задержание. Буквально месяц назад было изъято 15 игровых автоматов.